Привет всем, друзья, с вами Гриф. Сегодня будет видео про новенький дробовик из коробок удачи за кредиты Mac 7, а конкретно про его золотую версию. Как я его выбил, я вам сейчас покажу. Также дам несколько советов, которые, скорее всего, помогут вам понять, нужен ли он вам вообще. Что же я делал перед тем, как выбил из 5 коробок золотой дробовик Mac 7? Все очень просто. Я с друзьями играл РМ. И после слива решил немного перевести дух, немного отдохнуть. Я не понимаю как, но почему-то я решил крутануть какой-нибудь новый дон. Благо на счете у меня оставалось почти 800 кредитов. И до этого я купил навсегда штурмовой FN2000, как раз зная, что он не достанется на халяву, ведь кредиты после Нового года должны вернуться. Если честно, золотые пушки выбиваются совершенно случайным образом и чаще всего везет именно тогда, когда ты совсем не готов и думаешь, что в очередной раз ты сольешь кредиты, так ничего не выбив. Вообще, чтобы получить именно золотую пушку из коробок удачи, вы должны либо слить кучу кредитов и, как это чаще бывает, получить ее за очень большую сумму, после чего у вас отпадет любое желание с ней играть, либо выбить ее совершенно случайно, как это сделал я. Я ни разу до этого не покупал коробки удачи с этим дробовиком, потому что знал, что у меня на складе есть не менее, а то и даже более мощные пушки, и поэтому его выбивать я точно не собирался. В тот момент я просто решил проверить свою удачу и взял 5 коробок. Такому повороту событий я точно не был готов и просто какое-то время сидел и смотрел в монитор, охреневая с того, что произошло прямо на моих глазах. Мне еще ни разу не удавалось выбивать донат с 5 коробок, а тут выпадает золотой Mac 7. Если кому-то из вас удавалось выбивать донат с 5 коробок, оставляйте комменты, пишите, что же вам выпало. И если это видео вам понравилось, непременно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.